Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Портрет пожилых супругов Лукас ван Фалькенборг. Без даты, холст масла 134/185. Фламандский художник Лукас ван Фалькенборг изучал живопись в Мюнхене у неизвестного мастера. В 1566 году он вместе с братом Мартином был вынужден покинуть родной Лёвен, уехать сначала в Ахен, затем в Льеж и далее в Антверпен. Поступил на службу эрцгерцогу Матиосу. Фалькенборг предпочитал писать пейзажи, изображая разнообразные сцены из сельской или городской жизни. Реже его в творчестве встречаются рыночные сюжеты и портреты. В данном полотне живописец мастерски сочетает жанры, в которых любил работать. Главные герои представлены на первом плане. Мужчина в одежде, подбитый мехом, сидит за столом, накрытым для трапезы, куда жена ставит корзины фруктами, яблоками, виноградом, персиками и грушами. Здесь на оловянной посуде лежат жареная курица, кусок приготовленного мяса, в плетеной корзине чистые стаканы, а за ней стоит кувшин с вином. На маленьком столике, находящемся рядом, уже использованы столовые приборы, тарелки, кувшин, салфетки и оставшиеся от предыдущего приема пищи булочки. За спиной женщины открывается вид на площадь и улицу. Из-за отсутствия теней фигуры горожан, облаченные в черные костюмы, кажутся нереальными. В целом же пейзаж воспринимается как картина, помещенная в интерьер, где собираются трапезничать супруги. Ну вот такое описание к картине Лукаса ван Фалькенборга «Портрет пожилых супругов» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, рассматриваем картину. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока, до свидания.